На каком континенте находится всего одно государство? Австралия. Счет 2-2. К какому океану относится море Лаптевых? Макунга. Северный Ледовитый. 2-2. Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели. В эфире телепередача «Вопросы за бабосы». И товарищи, которые пришли сегодня на эту вечеринку, увидели в Телеграме кружочек, где я сказал, что я буду там-то, сям-то, вот тут, здесь буду. И мы пришли все сюда. Только один человек получит приз. И эта сумма равна 4000 рублей. 4 косаря получит только один человек. За второе место хрен кто что получит. И за третье место никто вообще ничего не получит. Первые два человека участвуют друг с другом, отвечают вместе на 5 вопросов. Кто ответит на большее количество, тот проходит в финал. А тот человек, который не ответит, он проиграл и может идти домой. Я задаю 5 вопросов. Как только вы услышали вопрос и понимаете, что знаете ответ, вы кричите слово «Макунга». У вас есть 5 секунд, чтобы ответить. Если вы за 5 секунд не отвечаете, переход хода другому человеку, и он отвечает сколько угодно. Если он отвечает неправильно, я опять перехожу к вам, Сергей. Кто победит, выходит в финал либо полуфинал и получит 4 косаря. Финал либо в полуфинал, как карта ляжет, смотря сколько народу еще будет здесь пастись. Как вас зовут? Дмитрий. Отличник. Ну, почти. Почти отличник. Как вас зовут? Хамид. Хамид и Дмитрий. Разновидностью какой бахчевой культуры является цукини? Корнеплод? Нет. Кабачок? Все верно. 1-0. Уважаемые телерадиослушатели, прежде чем мы продолжим дальше, я напомню вам, поставьте лайки. Вот сразу же вмандите лайки. Так надо сделать, чтобы это видео больше набирало просмотров. Адиль не даст соврать. Да. Да, спасибо. Под каким углом пересекаются диагонали ромба? Макунга. 45 градусов. Нет. Под прямым. Да. 1-1. Каким латинским термином называется основной закон государства? Макунга. Конституция. 2-1. К какому океану относится море Лаптевых? Макунга. Северный Ледовитый. 2-2. Как называется молдавская кукурузная каша? Макунга. 5 секунд прошли. У меня сколько угодно времени, да? Да. Мамалыга, ну это груз... Что? Мамалыга грузинская. Мамалыга! Браво! Дмитрий, увы, у вас ни хрена не получилось. Напоминаю, что приз 4000 рублей. Поздравляю, вы выходите в полуфинал или в финал. Макунга! Так, пацаны, представьтесь. Сережа. Глеб. Жиглов и Володя Шарапов. Чье восстание служит фоном для события капитанской дочки? Макунга. Емельян Пугачев. Смешно все так. Да, все верно, 1-0. Какой класс животных на Земле самый многочисленный? Макунга. Пусть будет млекопитающие. Нет. Животные. Какой класс животных на Земле самый многочисленный? Насекомые. Все верно. 1-1. Половину какого острова Россия потеряла после русско-японской войны?
Макунга. Острова форма, да? Можете повторить, пожалуйста, вопрос? А остров... Пусть Сахалин будет? Сахалин, да. 2-1. Какое небесное тело в 2006 году исключили из числа... Ну, видимо, исключили из Солнечной системы. Речь идет о планете Плутон, которая стала карликовой планетой и перестала быть планетой. 3-1. 3-1, но тут без варика задавать вопрос. Следующий, Глеб, ты проиграл. Ну, как есть. Да. Ну, меня зовут Сергей, мне 37 лет, и я работаю на пролетарском заводе с лесарем, собственно, все. Я Адиль, привет. Вот немножко о себе. Я чуть-чуть учусь в этом, на актера, на педагога-актера. Какой русский нобелевский лауреат стал известен благодаря опытам с собаками? Макунга. Раз, два, три, четыре, пять секунд. Солженицын. Макунга. Павлов. Павлов? По-моему, да. 1-0 в пользу Неодиля. Почему я думал, что по литературе? Раздел физики, изучающий поведение и свойства света, в том числе его взаимодействие с веществами. Ну и что, и долго я буду здесь это стоять? Морозиться. Мы просим повторить вопрос. Раздел физики, изучающий поведение и свойства света. Света. В том числе его взаимодействие с веществом. Магазины, где продаются окуляры, иногда так называются. Оптика. Оптика. Макунга. Он первый был. Ну, ты сказал Макунга. Макунга. Оптика. Правильно. 1-1. Золотое руно в мифах Древней Греции. Это что такое? Макунга. Кто первый сказал Макунга, товарищи? Да? Ну, вообще, это шерсть овечья. Шерсть? Ну, шкура с шерстью, короче. Ну, шкура барана, шкура овцы, хрен с хрен. 2-1. В пользу Неодиля Сергеевича. Сергея. На каком континенте находится всего одно государство? Австралия. Счет 2-2. Так называют прическу и одного из представителей из племен индейцев. Макунга. Ракес. Сейчас мы изменим правила, мы что-нибудь придумаем. Зачем? Все честно. Итак, дорогие друзья. Я за честность, я и наша организация за честность, я и все остальные. Хватит дышать туда, зачем ты это сделал? Подержи. Пока расскажи о том, что у нас второе шоу выходит параллельно с этой передачей. Расскажу. Дорогие смотрители передачи, у нас выходит шоу на каком-то канале, на втором, на влоговом канале, которое с меньшим количеством подписчиков. Там Евгений, там я, скорее всего, уже не буду вести. Но мы наснимали, мы будем выкладывать кусочки. Он выкладывает все. Я просто удивляюсь каждый вечер. Вторая часть получилась лучше, чем первая. Я знаю, из-за чего. Третья часть еще лучше, чем вторая, но третью часть я выложу потом. Да. Там уже живое, там ты уже стал более раскрепощенный, мы с тобой стали кусаться, мы ругаемся. В этой передаче Адиль недоволен, как снимается эта передача. Молодец, вот так и нужно делать изначально. Мне нужен твой совет. Я в прошлой передаче рассказывал людям о телеграм-канале. Этот телеграм-канал есть в описании. Вы переходите туда, и это платная подписка, где я, еще один мужик толковый, обучает людей блогингу. 40 человек казахов хотели это сделать, но у них не получилось оплатить. Бывает. Есть лайфхаки-то какие? Как с Казахстана можно оплатить эти 400 рублей, которые там? Donation Alerts. Разве нельзя тыкнуть Donation Alerts? Ты не в курсе? Нет.
Нельзя? Не знаю. Не знаешь? Обучение блогингу, где вы получите кейсы, мейсы, чпейсы, а также будет много практики и теории от меня и от Влада, очень толкового мужика, это телеграм-канал. Подписка платная, в месяц платите 890 рублей, но сейчас можно заплатить 450 рублей, короче говоря. Если вы из другого города, из другой страны, там тоже есть варианты, как оплатить. Почитайте повнимательнее. 40 человек не смогли оплатить из Казахстана, представляешь? А один казах замутил, его друг из России заплатил, и все, как бы по красоте сделали. Ну все, давай, да, братан. Ты придешь на следующую передачу? Типа через неделю? Да. А, если позовешь? Конечно, братан. А? Я так привык к тебе, что я уже не могу. Да. Все. Ладно. Мужики, что мы делаем? Кричим Макунгу. Кто победит, получит 4 кусочка. Сколько будет вопросов, пока не знаю. Как карта ляжет. Сколько секунд в 17 минутах? Макунга. 1020 секунд. Все. Какие животные образуют большой барьерный риф? Акунга. Ну, видимо, кораллы. Все верно. Кто созвал военный совет в Филях? Макунга. Кутузов. Манила, столица какого Макунга! Государства? Скидываемся на каменцы, кто... Не, скидывайте, господа, господа. Я проиграл точно реакцию. Скидывайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Блин. Раз, два, три. Манила, это Филиппины? Да, Филиппины. Какое растение служит сырьем для изготовления рома? Макунга. Сахарный тростник. Ай, красавчик, братан. Какое состояние вещества наряду с твердым и жидким? Макунга! Подожди, я не понимаю, кто первый был. Он, да? Ну, газообразное. С твердым и жидким известно с древности. Газообразное, да. Природу какого космического объекта изучает селенография? Макунга? На каменцы бахнулись. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. А, ну, селенография, если я правильно услышал. Правильно я услышал? Селина. А, селенография, селен, это, видимо, какой-нибудь газ. 5 секунд закончилось. Ну, давай. Можно вопрос еще раз? Так, природу какого космического объекта изучает селенография? Какого космического объекта? Может быть, комета, астероид? Нет. Селена – это Луна. Все верно. Какой музей является вторым по площади музеем мира? Макунга? Я чувствовал, что он был первым сейчас. Ну, давайте на каменцы бахнитесь. Ну да. Раз, два, три. Лувр? Уювр. Эрмитаж? Братишка! Молодец. А на первый мне по барабану. Какие плодороднейшие почвы распространены на юге Цинга? Макунга. Чернозем? Какой остров Земли самый большой? Макунга. Остров Гренландия. Все верно. Это будет последний вопрос, если вот так вот. И не последний, если вот так. Понимаешь? Поэтому, если ты сейчас угадаешь, это будет не последний вопрос. Кому приписывают фразу? Пришел, увидел. Макунга! На каменцы бахнулись. Во-первых, удача, это как бы не кончится, было круто. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Пришел, увидел, победил. Да, братан, время мало. Цезарь? Красава. Ай, молодец, молодец, молодец. Ну что ж, мужики, это было все. Блять, руку мне еще раз не сломай. Извини, брат. Я бы хотел передать привет всем, кто увидит этот ролик. Я хотел поблагодарить Жаку за то, что он делает такие крутые вещи. У тебя с победой, конечно, ты вообще крутой. Вот, Серег, ты тоже топ. Все, так что спасибо большое, все классно. Серег, держи. Привет.
Передаю привет там своим школьным учителям, там так проталивали. Там, там своим сокурсникам бывшим, там, в общем, все дела. Спасибо большое. Брат, кто ты по национальности? Я варец. Я так и думал. Подержи, пожалуйста, кому-нибудь привет пока передай. Привет, Мажиз, Амира, Ибра. Привет. Папа выиграл. Четыре куска. Нормально, да? Братан, куда потратишь эти бабки, братишка? Сейчас пойду детям игрушки. Да? Да. Дети? Годи. Да ты чё? Да. Сколько тебе лет? Мне 35. 35? На вид помладше ты будешь. Спасибо, спасибо. Хорошо, ты сохранился, конечно. Спасибо, спасибо. Так, ну все тогда. А, дорогие друзья, мы с вами сейчас будем прощаться. Адиль, пускай, иди сюда, пускай на тебя посмотрят твои фанаты казахи. Не хочет идти. Потому что ему стыдно. Потому что тебе стыдно, что ты такой не очень умный человек. Я чуть не расплакался, когда он сказал, папа выиграл. Детьми, ну, смотрим, да? Да, да. А, поэтому ты не хотел, чтобы вместо Макунги была... Я хотел, чтобы они вместо Макунги кричали слово. Дорогие друзья, мы заканчиваем эту передачу. Хотим напомнить вам, чтобы вы обязательно ставили лайки под этим видосом. Для чего эта хрень нужна? Объясни, для чего это надо. Чтобы, ну, больше людей узнали, наверное, да? Да, потому что когда ставишь лайки, пишешь всякую ерунду, это все, все неплохо. Ерунду пишите, гадости пишите, нацик, фашек, все мне по барабану. Пишите все, что угодно, но когда вы пишете хорошие, добрые вещи, это же добро случается с вами. Поменьше грязи, и этой грязи будет меньше в вашей жизни. Правильно я говорю? Конечно. Правильно. Конечно. Ну и в заключение я хочу сказать слово «мир». Мир. Пис. Его же можно это слово говорить еще пока? Нет такого закона, что нельзя говорить слово «мир». Нет, не в курсе. Просто я не читаю газет. Все. Всем респект и уважуха. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всем до свидания. До свидания всем. До свидания всем. Всем до свидания. До свидания всем. Такой веселый дядька с детской травмой. Прикольный, но он нашел свое место в жизни, наверное, во взрослом состоянии. Это руки-ножницы? Не, Вилли Вонка. Шоколадная фабрика. Absolutely right. Да, директор шоколадной фабрики. Я не люблю эту всю херню. Да пофиг, что ты любишь. Да мне пофигу на суть. Я говорю в своем ассоциацию. Базару ножницы.